Elto Street! We're here finally! Ю-ху! Вот мы и дома, да? Музыкальное кафе Этуаль. Вспоминаю я одну Этуаль, которая меня дичайше бесила. Привет, Рапсодии. Оу, я мискликнул, да? Прошу прощения. Похоже, что ты живешь в милой части города. Это было слишком по-российски, да, Марик? Вы так думаете? В любом случае, нужно начать искать, где же наш багаж. А, да, Эллиот. Ты же где-то здесь, верно? Почему нас вообще надеть в твой дом? Но... ну, похоже, что это самый естественный вечер можно сделать. Я бы даже хотел посмотреть на него. Ну, действительно неподалеку, но все же. Мне сомневается, что мой папа будет дома. Да не уверен, что и моя сестренка будет, если честно. А, я думаю, что ты упоминал о том, что у тебя была старшая сестра. Старшая сестра? О май, познакомь меня со старшей сестрой Эллиота срочно. Я хочу ее видеть. Зря, наверное, да? Еще больше причин навестить их, разве нет? Ну ладно, если настаиваете, спасибо. Привет, Тиллер, тебя видеть. Мой дом — это вон то двухэтажное здание с цветами. Риша не отобрал. Пица увидел, честно ли он водил. Зато как он бьет! Не знаю, есть ли кто-то дома сейчас, но по крайней мере можно взглянуть. Тебя что-то удивляет, Тиллер? А я так как рад. Но всегда приятно, что кто-то рад меня видеть. I just feel so busy this time of year. There are so many events to attend, so many neighbors to greet. Being a housewife is hard work. Я могу себе представить. My house is the other way. Oops, my mistake. Ну в смысле? Не дают погулять по городу? Серьезно? Так, нам не дают пока путешествовать по городу, просто ладно, это как раз логично. О, это же Эллиот. Ты так скоро вернулся? Привет, Сора. Не возражаешь, я спрошу, что ты здесь делаешь? Ха-ха-ха. Нужно ли тебя вообще спрашивать? Полагаю, что, ну, я занимаюсь украшениями в этом году, разумеется. О, будем считать, что это ха-ха. Потому что это не ахаха, а вахаха. Это веселый смех. Стоп, вы уже начинаете? Ну мы же... We can just decide on permanent like this willy-nilly. Мы только не можем решить важные вещи, касающиеся таких мелочей. Подобные вещи требуют... самой большой подготовки и хорошо обдумать все. Веселый смех, однако. Почему папе всегда нужно требовательно, когда дело касается подобной ерунды? События вроде этого единственное время, когда можно видеть его настолько восторженным. Когда нас не пустят? Не, ну в принципе пустят. Привет, пацан. А, не думал, что ты вернулся. Блин. А я думал, что ты придешь обратно и будешь выглядеть как супер крутой солдат. Да то все были грустными, смеялись из жалости Крина. Ну, есть же нервный смех. Типа, ахаха, как у Эллиота. Теперь я могу ходить по кругу и распространять слухи, потому что все будут знать, что это неправда. Ага, я думаю, что ты не поменялся, в общем-то. Все в порядке у тебя? Вот, это был нервный смех. Ну, наверное, достаточно хорошо. Тебе было грустно, когда ты уехал, потому что ты был целью большинства моих насмешек. Затем я понял, что можно и о других вещах на самом деле болтать. Если ты думаешь, что лучше бы тебе не распространять слухи. Эй! Я запомню, я тебе это запомню. Я их не удумал, я просто немножко преувеличил. Слухи не распространяются, если нет никакой правды за ними. Так, у нас тоже не пустят, это в дом тоже. Здесь... А нафига вот это место? Ладно. Я невольно вспомнил, знаете, чё? Battlefield 1945?
Да там была карта Берлина, он реально очень прям поход. И там было место на набережной, оно реально очень похоже на него. Ну, да, понятное дело, что, в принципе, это должно быть похоже на набережную какого-нибудь европейского города 20 века, ха-ха, потому что это и похоже, действительно. Тем не менее. Я думаю, что в этом нет ничего удивительного. Things seem really busy for someone, for everyone in City Hall now that the summer festival is so close. We get so many tourists during the festival that there is always loads of trouble for them to deal with. At least nothing serious has happened since Governor Regis came into power. My, my, this place looks so nice. This looks like a residential area too. I wouldn't mind living here myself. Oh, it certainly is impressive to see railroads within the city. They were really comfortable and the view out of the window was wonderful. Normal trams, I think they're called. Так, их зайдем в кафешку, но сначала сделаем еще перечку, уже моим зрителям. Скоро к вам вернусь. Так, сорян, я снова здесь. Сервер не пропал, сервер просто были некоторые неотложные дела, которые его срочно потревожили. Все, продолжаем. Ну, заодно кого-то полетелось немножко. Пока я не приехал в Торс, я бы сейчас частенько сюда заходил. Возможно, стоит разобраться с нашими делами в этой области позже. Ну ладно. Не дает зайти в кафешку, ну и ладно. Давайте в дом Кэллиота заглянем, да-да. Так-то неплохо он живет, зажиточный, я бы даже сказал, если это все его дом, реально. Так, это много времени прошло с тех пор, как я был здесь в последний раз, чтобы я даже немножко нервничаю. А, не переживай, мне знакомо это чувство. Откуда? А, ну да, потому что к тебе недавно приезжала сестра, и ты тоже теперь немножко из этого нервничаешь, да, логично. Ну ладно. Не нужен такой дрожжи в руках, в конце концов, это твой дом. Я знаю, но все же. Ладно, давайте зайдем. Оу. Приятный трек. О, такое ощущение, что я уже много лет не был дома. Это действительно похоже на дома Эллиота. О, здесь кто-то есть. Я встречу вас через минуту. Сестра Эллиота, судя по всему. Какая милашка хорошая. Простите за ажи... Блин, она прям реально милаха. Вообще, хорош такая. Блин, действительно старшая сестра Эллиота, прям видно. Что? Это выглядит очень похоже на Эллиота. Привет, сестренка, я дома. Но нам ее ничего не представили, но уже сказали, как ее зовут. Прикольно. Ну ладно, будем знать. Эллиот? А, Эллиот! А. Вау. Ох, ну и ну. Это ты, это действительно ты. Я не думал, что смогу увидеть тебя когда-нибудь вновь так скоро. Ох, хвала богине. Сестренка, пожалуйста, но не перед моими же одноклассниками. Ха-ха. Похоже, они очень хорошо ладят. Блин. Или это повезло с сестрой? Вот вообще офигенно просто. Счастливый человек. А, мне даже завидно. Почти. Я старший сестра Эллиота, Фиона Крейг. Я слышал, что вы частенько спасали моего брата от передряг в школе. Я так рад, наконец-то встретиться с вами всеми. А, ну на самом деле это Эллиот по большей части нас спасает всегда. Так-то да, он хорошо нас исцеляет, это очень здорово, реально. Все обнимают Эллиота. Эллиот достоин этого, он хороший парень, славный. Да, его внимательность была очень ценна в многих случаях. Да, действительно. Ты краснеешь? Конечно нет, почему бы я стал краснеть? А должно быть вы Рин, Лаура, Макиус и Фи. Фига. Я так понимаю, Эллиот достаточно подробно нас описывал для того, чтобы на нас могли так узнать легко. Теперь я могу понять, что он имел в виду, когда писал, что он познакомился с действительно интересными друзьями. А, ну да. Блин, не знаю почему, но мне кажется, это довольно теплой сценой.
Наверное, должно быть такое, да? Ну и музыка такая, да? Ты сегодня преподаешь уроки игры на фортепиано, верно? Ну, так уж случилось, что у меня сегодня выходной. Как удачно! Никакие детишки не приходили, так что ты в удачное время выбрал для визита. О, вы обучаете игре на фортепиано здесь, на дому? Эллиот в академии тоже является членом духового оркестра. У вас все в семье музыканты? Ну, почти. Мой отец не очень-то музыкант, на самом деле. Блин, Уилл Бэрроу что-то знакомый, но я должен перевести это на всякий случай. Уилл Бэрроу. Тачка. Ага. В тачке мелодию не сыграешь. Я бы обрадовался, будь у меня шанс отправиться на концерт всей семьей как-нибудь. Но он так занят работой, что едва ли у него появляется шанс прийти домой и навестить нас. Увидеться с нами. А чем ваш отец занимается? Оу, ты мне рассказывал? Ну так, если подумать, я даже не помню, чтобы он когда-либо говорил. Это что-то секретное, о чем нельзя говорить? А, нет, ничего такого. Он просто... Он в имперской армии. Имперской армии? Серьезно? А, ну да. Возможно... Выпил... Возможно, если так посмотреть на меня, то так об этом и не скажешь. Верно? Я не унаследовал его физические данные. А, ну, можно так сказать, да. Кстати, а кто-нибудь из здесь присутствующих посматривает за Kingdom of Paradise? Мне просто интересно. Но, блин, фамилия Крейг в армии звучит очень знакомо. Подожди. Твой отец случайно не Олаф Крейг? Тот самый Олаф Крейг. Признанный генерал-лейтенант вооруженных сил Рибонии. Это наш папочка, все верно. Однако... Генеральский сынок. Вот тебе раз. Я думал, что слышал о нем. Многие считают его наиболее грозным генералом в имперской армии. И он широко известен как во всей империи как Красный Крэг. Он является предводителем 4-й танковой дивизии, которая может похвастать самой большой огневой мощью во всех вооруженных силах. Я читал о нем исследование, которое делал перед поездкой, перед поступлением в академию, но никогда не смог сложить 2 и 2, когда встретил Эллиота. Ну блин, а я на Ллойда жаловался, что он не признал в Элли внучку Макдауэлла, хотя фамилию-то и он точно слышал. И фамилию фамилию мэра он тоже слышал прям буквально вот в тот же день перед тем, как познакомился с Элли. Зря гнал на Ллойда, что могу сказать. Тут вон 4 здоровых лба не признали. 9 здоровых лбов не признали, ладно. Если бы только они красные, потому что каждый утро убивается кровью своих врагов. Значит, наверное, надо добраться, чтобы закончить. Ну... Она довольно релаксовая в этом плане, так что... Как раз под вечер нормально. Ну, как бы не то, чтобы у меня было время, но на этой неделе даже нашелся один вечерок, когда можно было записать что-нибудь. Да, правда, записывал в таком состоянии, что спать хотелось на самом деле. Ну да ладно. Так, если подумать, похоже, что... А, кстати, подумайте, инструктор Найтхар, случайно, не 4-й танковой дивизии? Возможно, смотри, сами это не защищают. Ну, типа, пишут фамилия Балдечи, чтобы голос начинает женить совпадать, как развернул просто родство. Да не, ну вряд ли. Не настолько. Так, раз здесь как раз-таки намеренно так делают. Меня просто немножко удивило, когда я увидел Эллиот так свободно общающимся с ними так давно. Но теперь я могу понять, почему ты мог говорить с ним за пределами занятий. О, ты действительно видел это? Ну да, я встречался с ним...
Еще до того, как поехал в академию через отца. Я познакомился с ним через отца еще до того, как поступил в академию. Ну, я не удивлен, что вы не признали во мне сына Олафа Крейга. Я даже надеялся, что вы и не выясните это. Эриот. Психологии не нужно владеть, чтобы понять, что здесь происходит. Простите, я не хотел, чтобы вы чувствовали себя грустно здесь внезапно. Просто не переживайте из-за этого. А, верно. Кстати, а у них глаз, цвет глаз отличается. У Фионы он фиолетовый. Ну, пурпурный даже, наверное, больше. А у Эллиота... слегка лазурный, не знаю, какой цвет. Зелено-голубой, короче, так назову его. А, верно. Ты не знаешь никаких отелях в округе Фиона? У нас есть адрес, где мы остановились, и похоже, что ты где-то здесь, но я понятия не имею, где это на самом деле. Что? Ты не здесь остаешься? Ну, мы же в городе на полевом обучении. К тому же, для всех нас здесь квартиры явно не хватит. Только сейчас, смотря на эту сцену, я понимаю, насколько уникальным оригинальным псевдонимом персонажем является Курт из Сен-3. Ну, с ним еще познакомимся, наверное. Не знаю, о ком ты говоришь. Может, я знаю их лучшему. Но столько времени прошло, всех помню, я в последний раз тебя видела. Я думал, уже наконец-то достиг того возраста, когда будет... I guess you finally reached... А. Полагаю, ты наконец-то достиг того возраста, когда уже не круто обнимать свою старшую сестру, да? Немножко грустно, но полагаю, что все мы рано или поздно вырастаем. Но я все еще буду присматривать за тобой. Блин, Фиона... офигенная она. Ну, просто обычная любящая старшая сестра, да, но такой... дело даже не в типаже, а просто вот именно в том, что, ну, адрес это классная. Сестренка, ну, пожалуйста. Похоже, что его сестра привязана к нему куда больше, чем он к ней. Впрочем, довольно странно. Не так уж много отелей в этой области, по крайней мере, из того, что я знаю. А? Вообще никаких? Может быть, мой отец дал нам неправильный адрес? Но не похоже, что твой отец мог бы допустить такую ошибку. Фиона, рыжее платье... Ой, рыжие волосы, зеленое платье. Действительно, кстати, об этом я не подумал. Фиона говорит, это мальчику с куклы кота на рукаве. И то потому, что я его туда посадил. Я на 100% уверен, но... Можете показать мне адрес, который он вам дал? А, да, конечно, написан прямо здесь. Рин передал записку с адресом их багажа Фионе. А, я думаю, что я знаю, где это. Разве это не то, где раньше была старая гильдия брейсеров? Ага! Оу! Филиал гильдии? Вы уверены? Да, старый друг мой раньше работал там. Хотя мы уже долго не связывались друг с другом. Правда? Понятия не имел. Брейсеры, да? Впрочем... я несколько поражен тем, почему мой отец выбрал именно это место. Выбрал поселить нас в старом здании гильдии. Ну, по крайней мере, стоит самим взглянуть на него. Ты знаешь, куда пройти, Эллиот? Думаю, да. Должно быть чуть дальше по дороге отсюда. Я надеюсь, что вы задержитесь еще ненадолго. Но если у вас есть дела, я могу просто посидеть здесь. Одна! И вот нас поселили на заслуженное место. Наконец-то. Это бы сделало мой день намного лучше, если бы вы зашли и пообедали, пока вы здесь, впрочем. Я была бы куда более чем счастлива приготовить для вас всех. Звучит здорово. А вы, ребят, что скажете? Still confirmed from guest character. Nope. Это будет Товал, 100%. Но если вас это не затруднит, я точно не откажусь от домашней стряпни. Я в деле. Вот это мне нравится. Я помню, Эриот говорил когда-либо, сколько лет его сестре. По ощущениям, она года на 2-3 старше его. То есть где-то там лет 18-19, примерно так, по ощущениям. Хотя ему сколько? Ему 15, наверное, да? Если я не ошибаюсь. Типа... или ему 16, потому что он на 16 не выглядит, скорее на 15.
Я удостоверюсь в том, что угощу вас лучшим, что смогу найти этим вечером. К этому вечеру. Поэтому надеюсь, что вы хорошо по сегодня подрудитесь и наработаете аппетит. Ага. Похоже, что у нас... Похоже, что мы будем ждать не только фестиваля Фи-15. По-моему, Фи-14. Потому что она говорила, что она на 2 года младше остальных, а остальные вроде как по 16 всем. Она значит, летняя вампирша. Это уж точно. Ладно, давайте отправимся к гильдии. Окей. Я могу говорить, что Фи-15, в принципе, но проблема немножко не в этом. Ничего не говорит, что Эллиот вернулся домой так быстро. Ох, Эдио, спасибо тебе за то, что ответил на мои молитвы. Я думаю, что ты немножко слишком уж активно реагируешь на это. Но в любом случае, я так счастлив, что вы все здесь. Я достаточно, что приготовлю, должно быть невероятно вкусное на сегодняшний ужин, так что вернитесь вовремя. А, ну, точно уж, это мы точно не должны, не можем пропустить. Ну да, действительно. Это многое объясняет. Это чья комната? Там не на что смотреть, давайте пойдем. А, значит, твоя комната, Эллиот? Ну да, но... Ну, блин, там такой бардак, потом я бы не хотел, чтобы вы его видели. Что ты-то скрываешь, Эллиот? Мальчик мой. Никто так не краснеет из-за бардака. Подозрительно. Ну, не могу поверить, что Эллиот из всех людей держал бы какой-то компрометирующий материал в комнате. Ну, конечно, нет. Просто я не хочу, чтобы вы заходили, вот и все. А, ну ладно, если ты настаиваешь. Так, я не понял. Игра запрещает мне заходить в комнату Эллиота? Игра! Я тебе сейчас устрою. Че, серьезно дадут? Моя комната полный бардак сейчас, потому что не хочу, чтобы вы видели ее. А, ну ладно. А, ну ладно. Ну, это похоже на комнату Фионы. О! Certification of Quorum? Это же какой-то сертификат. Возможно, сертификат музыканта или позволяющий ей, собственно говоря, заниматься учебной деятельностью. Что поле из второго Зеноблейда, из первого Зеноблейда, прошу прощения, здесь забыла. Так же, что это не оно, но тем не менее, нам вдалеке на Хеймдаль видно. И красивую картину. А что ты, собственно, надеюсь, что выйдет? Там женские трусы в гардеробе? Это было бы действительно неожиданно, скажем так, Демарик. Будем откровенны. И вот эта картина над пианино, на самом деле. У любого уважающегося пианиста есть картина над пианино, я знаю это. Потому что я уважающийся пианист. Закрыто. Это комната отца. Но он редко появляется дома, впрочем, поэтому практически всегда эта комната закрыта. Полагаю, у тебя так уж много времени уделять дому, когда ты в такой позиции, в таком положении. А матери у вас, значит, нет? То есть сестра Эллиота заменяет ему матушку? Хорошо ему, наверное. Так, нас тоже не пустят. Ну да, пойдем туда дальше, по улице. А ведь сюда? А! В противоположном направлении. Ну ок. А, это вот оно, что ли? А, понятно. Ну, я не могу сказать, выглядит сильно пострадавшим, либо его обновили с момента нападения на гильдии во время событий FC. Либо она просто не пострадала в те времена. Их знает. Тх,
Звучит не очень. Да, определенно то место, которое указано в записке. Рита быстро бегает, что фотон вокруг забелец оставляет следы. Хорошая теория. Не думал, что в итоге будем... что в итоге останемся в старом здании гильдии. Тогда группа Б досталась еще одно здание в таком случае. Значит, в городе есть больше, чем один филиал? Да. Раньше, когда гильдия была в Хеймдале, здесь было два филиала. Гильдия покинула город более года назад, впрочем, поэтому немногие обращают внимание на эти здания теперь. Вот как? В моем родном городе Леграме гильдия все еще работает. Правда? Это скорее исключение, чем правило в нынешние времена. Здание выглядит удивительно новым, учитывая то, что оно не занято уже больше года. А, об этом. Ну, это потому, что здесь был большой пожар, который произошел, который все здесь сжег практически два года назад. Они переделали здание с тех пор, но... Когда гильдия покинула город, их просто закрыли. Никто не знает это наверняка, был ли пожар случайностью или нет. Некоторые люди все еще считают, что это был, теракт. Но это и был теракт, в том-то и проблема. Это довольно неприятная мысль. Это просто слух, впрочем. Нет никаких подтверждений. Ни хрена ж себе! Ни хрена себе пропаганда работает в Рибоне, блин. По-моему, в Либерле 100% все знают, что это нифига не совпадение было, а реально была террористическая атака. Ну окей, гильдия брейсеров знает, что это была террористическая атака. Два года не рановато ли? Ну, год точно. Не, ну слушай, вообще подумай сам. Два года похоже, потому что... события Zero, они происходят через год после окончания SC. А SC, по-моему, заканчивается примерно через полгода после начала FC. Ну, полтора года, считай, прошло примерно. Хотя нет, теперь тоже два, считай. Как раз таки получается. Потому что сейчас же июнь. Или июль. Вот в год я верю. Не-не, сходится, Дамарик, сходится. Очень похоже. Типа, события FC, они были в 1202 году по септианскому календарю. Сейчас 1204, так что, в принципе, два года могут пройти, действительно. Все верно. Должна быть эта операция. И что, знает? Ничего. В любом случае, давайте пройдем внутрь, ладно? Мой отец дал нам ключ, поэтому мы должны... Наверное, сами все здесь, сами совсем разобраться здесь. Ну что, открываем? Хм, действительно, эмблема гильдии, прикольно. Ресепция. Прикольно. Прям вот, как будто бы ничего не изменилось с тех пор. Знаете, я ожидал, что внутри будет куда менее чисто. Есть какие-то записки, оставленные на чем-то вроде стены, у стены на чем-то вроде напоминающем доски объявлений. Похоже, что это записка оставлена тем, кто в данный момент заправляет зданием. Очевидно, в данный момент оно им владеет местное правительство. Но это объясняет, почему губернатор имеет право позволять там остаться здесь, пока мы в городе. В какой части мы остаемся в таком случае? На втором этаже же, видно. Внизу нет ничего, кроме стойки регистрации, потом полагаю, что нам должны оставаться где-то наверху. Давайте закинем наши вещи и посмотрим, что у нас здесь приготовлено на сегодня. Для всех нас он даже приготовил совершенно новые кровати. Разве не слишком-то много? Это же не отель. Я жаловаться точно не буду. Твой отец, похоже, действительно очень приятный человек.
Компания Макрис отправил сына в одноклассника уже старое здание гильдии. Толстый намек? Очень толстый. Причем не от него, не от папа, не от Сары. А мы-то понимаем, кто она такая, к счастью. Слишком уж много намеков на это. Нам нужно ценить его доброту. Ладно, давайте посмотрим, раз уж теперь мы разобрались с багажом, давайте... Пришло время взглянуть на сегодняшнее задание. Полевое обучение, день первый, назначенные задания. Ох, нифига себе. Оу, Эмбер Амур, серьезно. Старина Хэмминг. Одна из наиболее популярных записей моего кафе была уничтожена. Возможности, я бы хотел получить еще одну запись той же песни, но мне нужна помощь. Занесите меня в музыкальном кафе Этуаль на улице Альто для дальнейшей информации. Хэмминг. Хроник. Имперские хроники. Журналист в Имперской хронике нужна помощь статье по туризму, который он приготовит. Для большей информации поговорите со мной на ресепции в нашем офисе на улице Венквир. Я соединю вас. Цитрон. Дайте угадаю. Мы будем делать кринж-коллекцию Хеймдаля. Без шляп. Клиент Жасмин. Посетитель, который навестил мою стойку с мороженым, вчера нечаянно обронил свою шляпу. Я бы хотела вернуть ее им, но я не уверена как. Если у вас есть какие-то идеи, носите мой ларек на площади Драхельс. Жасмин. Монстр в подземелье. Owner Noble. Меня зовут Noble. Я заведую отелем Дерхимель, к сожалению, под ним сейчас находится монстр. Если вы сможете избавиться от него, пожалуйста, носите меня в отеле... в районе Гарнир. Задания, которые подобрал для нас отец Маки, определенно показывают разнообразность тех заданий, которые можно ожидать от города такого размера. Да, нужно будет удостовериться в том, что мы знаем в точности, что нужно для каждого задания, прежде чем мы займемся им. Наша группа будет заниматься областью на востоке от улицы Вейнквир. Возможно, будет лучше всего пройтись по округе и изучить все эти места до полудня. Согласна. Я хочу понять, где что находится. Можем использовать Орбал Трамвай, чтобы найти все нужные локации в этой части города, пока занимаемся нашими заданиями. Если вы будете нашими гидами, вас это устроит? Может, Гарнье? Почему вы хотите лучше, чем Гарнир? Ну да, согласен. Конечно. Возможно, мы воспользуемся нашими знаниями. Может быть, сложно будет показать вам город такой величины, но я постараюсь устроить вам настолько хорошую дуру, насколько могу. Сестра сказала, что подготовит для нас ужин, поэтому давайте вернемся туда, когда время припозднится. Угу. Только совсем закончим, то пойдем в дом Эллиота. Ладно, выдвигаемся. Нам нужно многим заняться. Хорошо. Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы удостовериться, что нас не опередит группа Б. Когда вы ходите в Хеймдаль, можете путешествовать по областям города, относящимся к полевому обучению группы. Для путешествия либо подойдите к концу карты, нажмите X, или нажмите одну из... выберите одно из местоположений. В каждой области также есть остановка трамвая, которую можете посетить путешествовать на трамвае в другие области. В некоторых местах в голове вам нужно будет прокатиться на трамвае до цели вашего назначения. Окей. Звучит резонно. Отдыхать мы, наверное, можем? Я бы не отказался, на самом деле, от возможности регенить себе ману. О, можно, офигенно. Вот это я понимаю подход. Вот это по-нашему. Спасибо, игра. Ты знаешь, что я жлоб и не люблю тратиться на отели. И, кстати говоря...
Хотя... Ладно, я подумаю еще. Если более сбалансированно будет два парня, две девушки, по-хорошему. Ну или вот маг, маг СХЗ, он только ману может заливать. Ну блин, залив мана на самом деле с его стороны как раз полезен для Элиота, по большому счету. Топ. Ну, Фияна полезнее будет, чем Лаура на данный момент, потому что дебафы у нее посильнее будут и поинтереснее. Лаура, она как ланслот мультипайт, она только симпатичная. Драгон Вейн тебя на что? Не понял. Сейчас Драгон Вейн, Драгон Вейн. А, ну да. Лаура не нужна, или у такой арцы на IP хватит. Не, ну Драгон Вейн это понятное дело, речь немножко о другом была, как бы, ну ладно. Ирин не нужен. Вот это уже заявочка, я смотрю. А кто же у нас будет королем Дилея, если не Ирин?